В этом видео мы представим руководство по использованию MetaTrader для компьютера. MetaTrader – это торговая платформа со множеством инструментов, которые можно использовать как с реальным, так и с демо-счетом Admiral Markets. Платформа состоит из четырех основных окон. Окно «Обзор рынка», окно «Графиков», окно «Навигатор» и панель «Инструменты». Окно «Обзор рынка» отображает финансовые инструменты, доступные на вашем счете Admiral Markets. Вы можете видеть, что каждый инструмент представлен в виде символа, за которым следует цена BIT и цена ASK. По цене BIT открывается сделка на продажу или закрывается сделка на покупку, а по цене ASK открывается покупка и закрывается сделка на продажу. Нажав в окне «Обзор рынка» правой кнопкой мыши и выбрав «Скрыть все», вы можете отфильтровать список и показать лишь те инструменты, графики которых открыты в окне графиков. Нажав в окне правой кнопкой мыши и выбрав «Показать все», вы увидите все доступные инструменты. Чтобы открыть новый график, нажмите на инструменте правой кнопкой мыши и выберите окно графика. Другие вкладки в окне «Обзор рынка» — это «Детали», «Торговля» и «Тики». Если выбрать инструмент в окне «Символы», например, пару евро-доллар, то в поле «Детали» будет отображено больше информации по инструменту. Окно «Торговли» дает возможность купить или продать инструмент. В окне «Тики» показано движение цены инструмента в виде тикового графика. Далее посмотрим на окно «Графиков» — большое окно в середине экрана. Здесь вы можете увидеть исторические данные о финансовом инструменте. По умолчанию на экране показан 4 графика. Их можно переориентировать, двигая мышкой или используя меню «Окно». Графики не интересующих вас инструментов можно закрыть, а остальные графики увеличить в полный размер окна. Если вы просматриваете одновременно лишь один график, вы можете переключаться между ними, используя вкладки внизу экрана. Если нажать на график правой кнопкой мыши, появится всплывающее меню с опциями по изменению интерфейса. Здесь можно выбрать форматы графиков в виде баров, японских свечей или линейного графика, а также изменить период графика. Доступные периоды от 1 минуты до 1 месяца. Выбрав свойства, вы можете изменить цвета и настройки графиков. Следующее окно – окно «Навигатор», расположенное под окном «Обзор рынка». Раздел «Счета» позволяет подключаться к разным торговым счетам и показывает информацию, связанную с этими счетами. Следующий пункт – индикаторы. Он позволяет добавлять различные индикаторы на графике. Просто выберите желаемый индикатор и перетащите его на нужный вам график, добавив свои настройки во всплывающем окне. Также в поле «Индикаторы» вы можете найти инструменты MetaTrader Supreme Edition, если вы установили Supreme Edition на ваш компьютер. Индикаторы также доступны через меню «Вставка» вверху экрана. Следующий пункт – «Советники». Здесь вы можете управлять автоматическими торговыми стратегиями, и если у вас установлен MetaTrader Supreme Edition, то в этом разделе вы увидите советники Admiral Markets. Последний пункт – скрипты. Здесь вы можете управлять скриптами для совершения нестандартной функции. Инструменты – это панель внизу экрана MetaTrader. Здесь показана обзорная информация, включая новости, почту, календарь, MQL5, статьи, скрипты, сигналы, информацию по открытым сделкам и историю вашей торговли. На этом мы заканчиваем обзор торговой платформы MetaTrader. Мы желаем вам успехов в трейдинге. Если у вас возникнут вопросы, мы будем рады помочь вам.